7 модулей по 19 темам и несколько сотен лекций. 21 января Банк России начал весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников и студентов колледжей, а также детских домов и школ-интернатов. Участников занятий познакомят с принципами ответственного и грамотного подхода к выбору финансовых инструментов и научат защищать свои права. Более 450 эфиров пройдут до 24 апреля. Онлайн-уроки позволяют школьникам из любой точки страны получить равный доступ к финансовым знаниям, знакомят их с принципами грамотного, ответственного отношения к принятию финансовых решений, знакомят с инструментами финансового рынка и учат защищать свои права. В 2020 году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в онлайн-уроках приняли участие почти 18 тысяч российских школ, свыше 1500 техникумов и колледжей. Занятия по финансовой грамотности в интернете посмотрели более 2 860 000 раз. При Волжском федеральном округе к проекту подключилось более половины школ. В Нижегородской области мы провели более 3500 занятий. 488 школ подключилось к этим урокам, а это более 60%. Во время весенней сессии слушатели узнают о кредитах, страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и не попасться на уловки мошенников. Еще в этом году старшеклассников и студентов научат грамотно инвестировать. Уроки пройдут с 3 часов ночи до 5 часов вечера московского времени по будням. Так что каждый учитель из любой точки страны сможет составить удобное расписание для занятий со своим классом. Продолжительность урока 45 минут. Подключиться можно как группами, классом, так и индивидуально из дома. Принять участие в проекте и зарегистрироваться можно на сайте dni-fg.ru. Елена Грискова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.